Всем привет! Третий этап МКС на маяке, финал А. И давайте посмотрим, кто как стартует у нас в этом финале. С pole position стартует Игорь Латышев, команда «Восток» Егорьевск. Я напомню, здесь все пилоты про, за исключением перешедших сюда. Кузнецова. И еще один пилот серии Medium здесь также будет, мы до него дойдем. В общем, на pole position Игорь Латышев, «Восток» Егорьевск. Рядом с ним Владимир Малышев на Chili Racing. Позади них Данил Шейпединов, также на Chili Racing, и Данил Лашин, Capsule Racing Team. Далее еще два пилота команды на Chili Racing, Артем Красновский, Никита Шишкин. Позади них Hammer Time Кристиана Фридриха и еще один пилот на Chili Racing, Макс Олейник. Далее Hammer Time Игоря Яворовского и Capsule Racing Team Никиты Труханова. Следом за ними частный пилот Данил Жучков и пилот на Chili Racing Виталий Шишкин. Позади Hammer Time Павла Тишкова и Stop & Go Владимира Федосеева. Пилот Capsule Racing Team Юрий Андронов расположился позади, и пилот Hammer Time Иван Овсиенко рядом с ним. И вот один из немногих медиумов здесь Capsule Racing Team Ивана Селецкого. И рядом с ним пилот «Восток» Егорьевска Иван Малов. Это уже серия Pro. И позади стоит Иван Степанов, Hammer Time, также серии Pro. И рядом с ним Жолобов, позади Кузнецов и Абрамян, пилоты, перешедшие из прошлого финала. Вот такой сильный финал у нас получается. Обилие команды на Chili Racing в этом финале. Ну, посмотрим, как покажет гонка. И пилоты уже готовы стартовать. Все, показывает им, что можно. Оп, и похоже, у нас какие-то проблемы у Шейфединова. Заглох пилот. Да. Вот сейчас интересно, будут ли ему менять машину. Если будут, придется ему стартовать с конца. Если уже его все-таки заведут, то сейчас пилоты отправятся. И да, все же будут менять ему машину. Бежит Шейфединов в боксы за новой, судя по всему. Да, похоже, что старт немного задержится. И обратно бежит Шейфединов. Непонятно, что ему там сказали. Что, завели все-таки машину? Похоже, что да, садится он обратно. Слушайте, что вообще происходит? Опять он вышел и все-таки убирает его машину. Ага, и привозят ему все-таки, привозят ему новую машину. Чему-то не дают ему сесть в нее, непонятно почему. Да, очень сильно уже задерживается старт. Не понимает сам пилот, что здесь происходит. И вот в итоге все-таки садится он, да, стартует последним. Вот такая обидная потеря. Мог бы стартовать впереди, теперь придется прорываться. Ну что, наконец-то дают нам старт. Вроде бы никто больше не глохнет, никаких проблем нет. Ну и давайте уже покажите нам красивую борьбу. Так долго мы этого ждали. Традиционно остается пустым место заглохшего пилота. При повороте, конечно, немножечко все это смещается. И старт дан.
Так, тоже войдет поворот первым. Все-таки Латышев. Латышев удерживает свою позицию. Там Яворовский конус сбивает. Абрамян как-то широко вышел на траву, улетает вот это очень неудачное место. Ну и также по принципу Комиссарова возвращается он вдоль трассы. Здесь, конечно, посложнее это все, там кочки, ямы, и не показали нам дальше, но я думаю, что выйдет он сам. Ну, пока что особо ничего такого не происходит, я имею в виду в плане инцидентов, каких-то вылетов, аварий. Все неплохо, вот здесь Красновский прям как по-лихому залетает в этот поворот. Активная борьба сейчас у него там ведется. Здесь Виталию Шишкину не оставляет места. Чуть было не улетает он, но остается все же на трассе. Так, давайте уже посмотрим. Латышев и Малышев сейчас у нас лидируют. Вот, близко они едут. Олейник в одиночестве. Далее Красновский, Жучков, Никита Шишкин, Лашин и Малов. Шайфетдинов. Так, дальше пока непонятно. Здесь Шайфетдинов выносит Овсиенко на гравий. Теряет тут несколько позиций. Позади них Фридрих Труханов, Кузнецов, Андронов, Тишков, Степанов, Жолобов, Федосеев, Селецкий, Воровский. В таком порядке они идут. Яворовский уже обошел Федосеева, как я понял. Очень давно не было в финале А такой солнечной погоды. Они обычно привыкли уже заканчивать в ночь. И здесь Красновский с Жучковым борется. И похоже, что он проходит. И проходит он не только его, и Олейника. Олейник тоже позади. Трасса достаточно уже высохла, здесь Малов проходил Никиту Шишкина, Фридрих тоже атакует, там не показывают нам дальше. Вот здесь прям Шайфетдинова прям зажали в коробку, некуда его деваться, и теряет он много позиций. И вот здесь попытался было отыграться, но ошибается и вылетает. Да, не складывается сегодня гонка у пилота. Он возвращается он сам на трассу, но гонка уже потеряна окончательно. Ну, Латышев уже сделал себе хороший отрыв. Малышев куда-то делся, теперь он едет один. И вот только сейчас появляется Жучков, Олейник, Малышев, Красновский, Виталий Шишкин, чуть позади Никита Шишкин, Малов, Лашин. Дальше мы не успели видеть, Федосеева разворачивает. А здесь Степанов и Овсиенко борются между собой. Жолобов там тоже очень близко к Степанову. Труханов, Яворовский. Здесь чуть широко уходит Иван, но перекрывает Жолобову. И здесь тот все равно бросается в атаку. Все, пытается пройти Степанова. Жучков вот лидирует в этой группе. Олейник тоже, в принципе,
едет, никто его пока не атакует, а вот Красновский постоянно в борьбе. Удерживает он Малышева всеми силами. Жучков отрывается еще немного, а вот Олейников уже атаки от Красновского идут. Малышев, он, по-моему, вообще откатился чуть дальше, я так понимаю. А здесь уже атаки на Степанова, Жолобов все-таки удается ему пролезть внутрь. Сейчас он выйдет впереди, и Абрамян тоже проскакивает. Степанов пытается удержаться за Абрамяном, но не удается ему, а Абрамян тут же и Жолобова проходит. Евгений Кузнецов широковато здесь вышел. Лидер Игорь, Игорь Латышев на наших экранах. Очень сильно уже оторвался. Вот сейчас только Жучков появляется. А вот сам Жучков никак не может оторваться от этой группы. Там и Виталий Шишкин, и Малов, и Олейник, и Красновский. И все хотят вперед. Это борьба за третью позицию. Во всяком случае, пока что. А там, глядишь, и за вторую, может быть, будет. Но пока идет борьба, Жучков, конечно же, отдаляется от них. И вот Олейник показывает, догоняй, догоняй, Малова, что ж ты делаешь? И вот чуть было не вылетает Виталий. И Малышева пропускают. Красновский сейчас с ним наравне едет, тоже проезжает вперед. А там уже и Никита, брат пилота, тоже проезжает его. Или нет? Нет, не проезжает. Но, во всяком случае, вклинивается в эту борьбу. И Лашин тоже здесь. Очень много пилотов, и все хотят на третье место, как минимум. Потрясающая борьба. Так, а тут у нас вылет Владимира Федосеева, и не может он без помощи вылезти из травы. И вот сейчас возвращается, но гонка уже давно потеряна, поэтому... Лидер по-прежнему Латышев, все у него в порядке, отрыв такой же гигантский, хотя, мне кажется, Жучков немного его уменьшил, вот сейчас он как раз появляется. Он сейчас второй, у него тоже никакой опасности. Вот за третье место уже борются Малов и Олейник. Красновский чуть позади. Вся остальная группа тоже немного подостала. Вот Тишков в одиночестве едет. А потом тоже целая пропасть. Кристиан Фридрих появляется. И здесь уже отставший на круг Федосеев. Далее группа Степанов, Андронов, Абрамян и Жолобов. У них прям борьба серьезная идет. А ну и все остальные. И вот далеко отставший Евгений Кузнецов появляется. Показывает нам противостояние Малова и Олейника. Сейчас это самая интересная борьба. Это борьба за третью позицию. Олейник чемпион прошлого года АМКС. Как Абсолюта, так и серии Pro. А Малов же... только начинает свой путь в нашем чемпионате, неплохо выглядит, и кто знает, может быть, в будущем он тоже станет чемпионом. Сейчас на данный момент он сдерживает Олейника позади себя, и вот здесь Макс пробует пройти и проходит, похоже, что проходит, да, Олейник впереди. Не хочет он бороться, показывает, давай-давай догонять Жучкова. А Красновский тоже ближе подобрался. А здесь у нас борьба
Яворовский впереди, там Андронова пытается Овсиенко пройти, Абрамян тоже недалеко, и Жолобов. Очень давно они уже едут этой группой. И продолжается у нас борьба, Яворовский чуть отъезжает, а здесь... Овсиенко уже прошел Андронова, а здесь Жолобов прошел вроде Абрамяна, но здесь обратно тот его проходит. Федосеев тут немного мешается, он, насколько я понимаю, на круг отстает. Борьба переросла, немного в другую добавились тут пилоты, Абрамян сейчас удерживает Андронова, Жолобова и Шайфетдинова, и Селецкий к ним еще приблизился. И посмотрите, трое в ряд, кто же выйдет первым в этом повороте. И Селецкий выходит, проходит сразу троих, ныряет внутрь и обходит. А Шайфетдинов чуть было не теряет машину, на траву заезжает. А тут у нас группа Виталий Шишкин, Тишков и Степанов. Очень сильно сдерживает Хамеров Виталий, не дает им проехать. А у нас финиш, и Игорь Латышев выигрывает эту гонку с большим отрывом. Вот сейчас вы увидите. Вот Жучков, он второй, и отрыв по-прежнему, он, ну, может быть, немного сократил. Но об этом потом, давайте штрафы обсудим для начала. Что по штрафам? Штрафов было много, и самое легкое, что здесь было, это предупреждение за грубую езду получил Тишков. Очень много сбили конусов, и каждому дали по 5 секунд. 5 секунд дали Овсиенко, Труханову и Шайфетдинову. А два раза по 5, то есть по 2 конуса сбили Малышев и Степанов. Также за грубую езду были оштрафованы на 5 секунд Андронов, Селецкий, Лашин, Красновский и Виталий Шишкин. Вот такое количество штрафов. Можно сказать, не гигантская, но и не маленькая. А теперь по позициям, кто каким финишировал. Итак, Игорь Латышев выигрывает эту гонку. Второй Даниил Жучков. Третий Макс Олейник. Все-таки удалось ему залететь на третью позицию. Четвертый Артем Красновский. Он же показывает лучшее время этого финала. 1:09.230. Иван Малов на 5-м месте, 6-й Никита Шишкин, 7-й Даниил Лашин, 8-й Павел Тишков, 9-й Кристиан Придрих, 10-й Виталий Шишкин, 11-й Игорь Яворовский, 12-й Иван Степанов, 13-й Григорий Абрамян, 14-й Олег Жолобов, 15-й Иван Овсиенко, 16-й Евгений Кузнецов, 17-й Юрий Андронов, 18-й Иван Селецкий, 19-й Даниил Шайфетдинов, 20-й Никита Труханов, 21-й Владимир Малышев, 22-й Владимир Федосеев. Что касается кругов, все сделали по 20 кругов, только лишь Владимир Федосеев сделал 19, отстал на круг из-за своих вот этих вылетов и разворотов. Вот. Так финал, по-моему, прошел очень ярко, красиво. Я с вами прощаюсь, с вами был Александр Петров, спасибо, что смотрели нас, увидимся на следующем этапе в Мечково. Ну а я вас оставляю смотреть лучшие моменты с бордов Труханова и Селецкого и, конечно же, подиум. Пока-пока.
Позишн, Игорь Латышев, Восток-Егорьевск. Минута 8, 604. Давай, успей. Быстрее ездишь, медленно ходишь. Поздравляем. Два новых колеса. Ты вот как-нибудь сюда, чтобы тебя в камеру было видно. Камера просто непонятно, куда смотреть. Мясо. Быстрый круг. Минута 9, 203 тысячных. Пилот капсула Racing Team Казаков Илья. Солидно. Сюда, сюда. Илья. И прорыв сегодня, 31 позиция. Частный пилот Олег Жолобов. Ну, скорее всего, нет. Он слишком прорыв, далеко прорвался. Далеко живет. Серия Light. Третье место. Частный пилот Алексей Шумилов. Да, теперь можно в мою камеру поулыбаться. Второе место. Пилот капсулы Racing Team Александр Литвиненко. Что? Видел. Почему я первый раз? Спасибо. А я вообще не рад. Серьезно? Все, все, слезай. Че, да. Сорокина не пустил, все. Нет, подожди, два раза. И победитель, пилот команды Karting Tool Racing Team Максим Прохоров. Че, правда в медиум? Конечно. Давляю. А был бы еще повыше. Не надо! Ладно, пусть так. Оно того стоит. Что, шампанское взрывать будете? А у меня детишки. Обычно я там не пью, у меня организм не понимается. Итак, мокрый, да, мокрее. Минутка рекламы. А Брау Дюрсо качественное шампанское? Нет. Хмелится. Жуткое. Особенно если с водкой пить. Серия медиум. Третье место. Пилот капсулы Racing Team Матвей Свернов. Второе место. Еще один пилот капсулы Racing Team. Иван Селецкий. С плакатом. О, да. И победитель уже стоит рядом, частный пилот Евгений Кузнецов. Миша пилот не только дрона. Нет, перед, перед, перед. Перед, перед, перед.
Но там ничего не видно тогда. Нет, давай мы встанем к тебе. Нет, это дура. О! Только что его записали в Capsule Killers. Официально приводили. Посмотрите, пожалуйста, в камеру все, ну пожалуйста. Колонки пикчерс в верхнюю. А давай спеем, окей. Промчу я перекладываю. Вот, извини. Вот, вот. 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 Вот, третье место. Пилот на Чили Рейсинг Макс Олейник. Он когда в конце года все эти бумажки соберет, а потом рано готовишь. Я себе напробовал. Второе место. Частный пилот Данил Жучков. Спокойно, мы не спешим никуда. И победитель, пилот команды «Восток» Егорьевск Игорь Латышев. Спасибо за внимание, я ухожу. Главное, на камеру. Куда угодно. Я пошел. Так погоди, поставь, возьми кубок. Дань, дань, спокойно. Не спеши, мы не спешим, мы по команде. Все, давайте. Сейчас, погоди. Подожди. Не надо, спокойно, не спеши. Подождите, остановитесь, давайте бумажки заберу. Да нет, я положил аккуратно. Да, я уже аккуратно положил. Сейчас, стой, погоди, бьем. Блядь! Чё ты вымог? Всем спасибо за гонку! Вам спасибо! Редкий аплодисмент. Держи.